Главная футбольная новость. Генеральным директором «Казанского Рубина» стал глава исполнительной дирекции Универсиады 2013 Владимир Леонов. Одной из его главных задач станет завершение реформирования структуры команды. А вот кто займет место рулевого двукратных чемпионов России, станет известно 11 января. Основное, конечно, основные задачи, которые передо мной стоят, Валерий Юрьевич уже огласил, это работа, налаженная работа с болельщиками, это налаженная работа с маркетингом, налаженная работа с тем новым объектом, который мы построили на территории города Казани, это футбольный стадион, на котором «Рубин» в перспективе будет играть.